собрались 800 танков Т-62 модернизировать. Я видел сюжет. Самая смешная новость, которую я слышал с 24 февраля, потому что они 1600 где-то потеряли, тут 400 передат нам слышали. Вот, и думают, что модернизация 800, да еще и в течение 3 лет, как-то там Т-62, древний как мамонта, помет мамонта, позволит им восстановить боеспособность. Это просто обвал тотальный. И понимаем, да? А украинское в это время будет производить современное западное оружие в кооперации с партнерами. Дальше дальнейшие перспективы ясны. Получаем отрыв подобный, который существует между перспективами между Израилем и арабскими странами. Когда вооруженные силы Украины становятся настолько мощными, что любая война против них гарантированно заканчивается поражением.